В поселке Красково на улице 2 Заводская стартовали работы по благоустройству сквера. Современная зона отдыха появится в районе 56-й гимназии. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков обсудил с жителями концепцию нового пространства. Заброшенный пустырь и ничем не примечательная территория совсем скоро заиграет новыми красками. Пока здесь только строительная техника. Демонтирует старый асфальт, чтобы строители в дальнейшем обустроили новое надежное покрытие. Благоустройство зоны отдыха стартовало неделю назад. Объем работы предстоит большой. В части детских площадок предусмотрено устройство детских горок, отдельных игровых элементов, спортивных снарядов. Также отдельно предусмотрено вблизи школы устройство спортивной площадки, рукоход, обустройство двух клумб, устройство скамеек, обновление освещения. Сквер благоустраивают недалеко от техникума имени Гагарина, поэтому тематика нового пространства будет связана с космосом. Жители Красково детально познакомились с проектом. Здесь как бы и малые формы подобраны, и колористическое решение, да, которое как бы придаст этой зоне такую идентичность и интересную такую вот как бы интересное оформление, да, то есть, например, вот звездами там на платье предлагаем нарисовать комплекс, он будет таких как бы, да, космических цветах и, в принципе, как бы, да, в такой вот тематике оформлен. При разработке проекта учитывали интересы всех слоев населения. И несмотря на то, что работа уже стартовала, у жителей есть возможность вносить правки. К примеру, они попросили пересмотреть места установки качелей. Отдельный вопрос прозвучал по поводу содержания нового сквера в чистоте. Здесь парк будет, соответственно, оборудован и урнами, и ну, контейнеров нет, а теми местами, куда это все складывается, само собой, что это все будет обслуживаться, и территория закреплена за нашим муниципальным предприятием, не за управляющими компаниями. Вольется в общую концепцию и вот этот многоквартирный дом. Высотка на 2-й Заводской вошла в этом году в план капитального ремонта. После обновления фасада и кровли на стене дома появится мурал. Жителям предложили подумать над его тематикой. Проект очень приятный, симпатичный. Да, будет красивая зона, да, которая ну, будет радовать глаз. У меня двое детей, я думаю, что детская площадка, конечно, мы будем пользоваться, да, поэтому будет вообще приятно вечером приходить, когда все-таки горят фонари, да, будет светло, не страшно, и детская площадка, конечно, будет приносить удовольствие. Обустройство современной и комфортной зоны отдыха завершится в конце августа, и уже с 1 сентября путь школьников до гимназии обратно будет по-настоящему космическим. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, Артем Морозов, телеканал ЛРТ.